Друзья мои, вот хочу зайти вот в этот вот паб, который называется Фишборн паб. Вот он уже у нас вечерочек, как я вам уже сказала, пятничный. И вот он уже вот так вот красиво зажег свои огни и так красиво освещен. Этот паб, вы видите, он не очень старый, но он сделан под старину английских домов. Как вы знаете, вот эти вот балки, это вот такой вот стиль старинных английских коттеджей. Почему именно вот такие вот черные балки, знаете, я вам расскажу. Потому что раньше, это было давным-давно, лет 200 назад, наверное, когда вот эти коттеджи строились, вот такие вот, ну, балки — это держатели, основные держатели крыши, это такие огромные бревна, вот так вот строили, а между ними вот это вот какая-то, значит, заполнялась такая, там, какими-то камнями, потом это дранкой, наверное, потом это штукатурилось, но основания вот это вот такие вот были бревна. И эти бревна, конечно, они не были черные изначально, как вы понимаете, они были обычного древесного цвета, но в связи с тем, что в Англии это была мануфакторская такая страна, очень много было фабриков, заводов, фабриков и заводов. Вот. И они все дымили, они все коптили. Это валил дым из труб, просто неимоверный. И стоял, вы знаете, такой смог, вот этот дымный. И из-за этого, вот в связи с тем, что это годами все было, и вот эти вот именно балки черные становились, вот эти деревянные, и вот приобретал вот такой вид этот английский коттедж. И даже есть, если дома были из камней, кирпич тогда, может быть, использовался, но в основном камни. И вот эти камни, они тоже, если вы иногда, может быть, если, дай бог, я буду еще ездить где-то, я вам покажу. Этот, на этих камнях тоже вот такие вот закопченные видны эти самые, как сказать, такие промежутки. И очень даже много на старинных таких вот постройках вот этой вот копоти. Ну и вот в частности вот здесь то, что я вам рассказываю, это уже имитация вот этих всех таких подобных старинных коттеджей. Ну вот так он выглядит с другой стороны. Ну вообще-то я бы не сказала, что с этой стороны он уж больно красивый. Здесь вот на улице такая вот очень большая у него территория. Летом здесь люди пьют кофе или обедают. Он довольно популярный. И я сейчас пойду, послушаю там музыку и попью кофе. Сомневаюсь, что я смогу вам там включить камеру, потому что я однажды попыталась, и меня бармен там практически задержал. Так что пока-пока, увидимся!